Не, да, Волк. С 11 часов не вносит. Давай, братан, читай стихи. Я этот стих написал сам. Хочу, чтобы он остался в веках, и чтобы пацаны его слушали. Называется «Мы не умрем». Написал Волков Алексей Алексеевич. Позывной Волков. Мы не умрем, ведь мы никогда не умираем. В сердце праведный огонь, мы его раздуем в пламя. И бросим в него тех врагов, что сердце попросит наших солдат не сломить и не ударить. Осень, лето, весна покажет, кто тут успешней. Режьте, где наш орел, там наша решка. Где ваши деньги, там наши подвиги, победы. Миллиарды не помогут обрести статус легенды. Вам не купить историю и мировое признание. Не заменит желто-голубая тряпка, русское красное знамя. Мы верим в себя, в нашу страну, и все идет прекрасно. И желто-голубому цвету всегда предпочитаю красный. Мы поднимаем свое знамя все выше и выше. Чтобы видеть нашу победу, не нужно подниматься на крыше. Мы воины Бога, мы посланы Богом и раем. И что бы ни случилось, всегда побеждаем. Мы не умрем, ведь мы никогда не умираем. Если что пойдет не так, если нас ранит, ведь в наших венах бежит кровь красного цвета. Наша кредо безоговорочно, всегда победа. Еще никто не смог перехитрить пулю, брат. Но это не значит, что мы не сможем, ведь мы с тобой вместе, мы воины удачи. Крушим и рушим всех врагов вперед на сотни лет. Ведь ни у кого нет таких, как у нас, побед. Таких легенд, учителей, таких традиций. Ленин, Сталин и Путин – наши любимые лица. Не вырастить вам таких, как бы вы ни старались. Нашему солдату не клади в рот палец. Лучшая страна мира, лучшая страна планеты. Никакие ваши аргументы не оспорят это. Не нужно нас учить, как жить. Что делать надо? Для русского солдата победа. Одна награда. Да, Волк, красавчик. Я тебя вытащил, этот. Не теряй сознание. Разговаривай со мной, ладно?